Всем привет, парни, с вами Голд, и в данном видеоролике я вам покажу крутые будни ДПС, в которых мы предотвратили угон автомобиля и, кстати, получили за него нормальные Т-шетели. А если ты хочешь играть со мной, то обязательно скачивай игру по ссылке из описания и вводи мой промокод GOLD, который даст тебе 300 тысяч рублей в сумме. То есть на 5 уровне 100 тысяч, на 10 200 тысяч, плюс X2 буст прокачка на 12 часов. Тебе это очень сильно поможет развиться. Ну и давайте не будем тянуть, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а мы... Поехали! Опа! Это оно! Это оно! Всего поехал уже в направлении грузового движения непосредственно. Это та буханка! Заметил белую Феррари, находимся в городе Южном. К правой обочине, прижимаемся. У вас буханка белого цвета к правой обочине. Да, это. Она в угоне у нас. За белым Феррари с красными номерами. Движемся по направлению кольцевого движения. Не, ну кстати, он нас сейчас это протаранил, да? Ну мы тоже не лыком шиты, да? Он с окна сейчас стрелять будет. Я тебя только стрельну. Готовь оружие. Только высунется нафиг. Ну все, к правой обочине прижимаемся. Блять. Вытаскивай быстрее. Ну. 56-й жетон. Давай. Внимание, два экипажа, которые двигаются за буханкой. Она находится в розыске, она в угоне. Останавливаем ее и в коробочку зажимаем. 66-й жетон у водителя. Автомобиль выше. У меня успеса. Водитель. Блять, почему у меня рация выключена? Достал один карман ручки, затем размотивил руки, затем начал идти за свой. Ну, сука. Обыскивайте буханку. Поехали быстрее за эвакуатором. Нашли БМВ серого цвета. Ой, у нас погоня. Мы по правую руку проезжаем. Извините. Удачи. Проезжаемся к СТО. По правую руку будем проезжать СТО. Остановился. Движемся в управление ГИБДД, по правую руку будем проезжать управление ГИБДД. Движемся по направлению к Чопурусинишке. Приближаемся к Чопурусинишке, по правую руку будем это проезжать. Оставили по правую руку с собой Чопурусинишке, приближаемся к магазину одежды. Занят остановился. Останавливаемся. Вижу вас, я подключаюсь в погоне. Кремль. Тот самый собор Василия Блаженного. Я Кремль. Блин, я один на себя, позади оставляем ТЦ перекрёсток, но въезжаем во дворы,
Веста, стой. Езжай, меня напарник вышел. Где-то погоня, напоминаю, где-то погоня за БМ-5-90. Свет, свет, автомобиль без строя, блокирует дорогу. Здесь меня напрятал в больницу за время. В коробку, его делайте, в коробку. Пойдем пешку в погоню. Применять по часа буду. Точно? Еб. У центра вообще все просто энергетики завязали. СБХ при погоне. Снимай скорость наружки. Это же сам пустой, затем начались человека напротив. Пустой абсолютно. Ой-ой-ой. Все. Внимание, у нас погоня за BMW черного цвета, шашка Uber по левую руку, проезжаем уборщиков улиц города Арзамаса. Сейчас двигаемся во дворах. Повернули направо во дворы, возле нотариуса. А по полям сейчас заехали на северную Рублевку Арзамаса. Водитель продолжает движение по Рублевке. Так, куда он поедет? Здесь в Эдово. А повернули сейчас налево в город Арзамаса, заезжаем в него. Водитель двигается в сторону управления ФСБ. БМВ черного цвета. Я не передавал координацию. Правую руку сейчас будем проезжать Тальдиана, это вот этот, на черный БМВ. Двигаемся к выезду из города Арзамаса. Выехали сейчас из города Арзамаса, оставляем позади его. Да побыстрее бы, а то у меня напарник уснул. Вот инфа, у тебя варнинги, да? Закончено. По левую руку сейчас будем проезжать гоночный трек, а открыть огонь не можем. Подъезжайте быстрее. Ну что, я тебя не догоню, что ли? Оце, я понял. Ну, тебе надо выйти из автомобиля. Ой, я подрезал случайно, все закончено. А водитель сейчас едет по встречке в сторону Арзамаса. Встречайте его. А, ну вот, уже и встретили, и поцеловали. Блять. Все, оно вышло. Ну и на этом мой ролик подходит к концу. Надеюсь, он тебе понравился. Ты поставил лайк, также подписался на канал. Не забыл написать комментарий. Это будет для меня очень приятно, если ты все эти действия сделаешь. Ну, мотивация и так далее. Я думаю, вы меня понимаете. Спасибо тебе за просмотр, зритель. Увидимся скоро. С вами был Голд, и всем пока.